случайно посол США в Украине постоянно повторяет о том, что коррупция в Украине страшнее российских танков. Потому что российские танки известно где. В общем-то, в них можно даже попасть, от них можно спрятаться. Это видимый враг. А коррупция – это невидимый враг, который, как раковая опухоль, изнутри разъедает все. Но и самое главное, когда иностранные инвесторы видят, что в стране существует коррупция, видят, что организм болен раком, то вкладывать деньги в такую экономику никто не будет, потому что это бессмысленно.